Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Poco M4 Pro перейти в режим Safe Mode, то есть безопасный режим. Для начала выключаем наш телефон. Затем, после его полного отключения, зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения плюс кнопка громкости вверх одновременно несколько секунд. После того, как экран загорается, отпускаем кнопку включения и продолжаем держать только кнопку громкости вверх. Попадаем в такое вот чудо-меню. В данном меню, используя кнопки громкости, можем перемещаться. Используя кнопку включения, можем сделать выбор. И выбираем последнюю опцию Safe Mode. И после этого телефон будет перезапущен в безопасном режиме. И на этом все. Нет, стоп. Какое все? На этом все, мы попали в безопасный режим. Как видите, в безопасном режиме, хотя ладно, вы этого сейчас не увидите, многие сетевые функции недоступны. Чтобы выйти из данного режима, просто перезапускаем наш телефон, и после этого он будет перезапущен в нормальном режиме. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.